О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, говорили сегодня на еженедельном совещании в Доме правительства. Выплаты семьям в условиях распространения коронавируса начали поступать с апреля 2020 года. Принято было почти 183 тысячи заявлений. Через Пенсионный фонд республики перечислено около 5 миллиардов рублей. Территориальным органом Пенсионного фонда рассмотрено 45 700 заявлений на осуществление ежемесячных выплат в размере 5 тысяч рублей. Семьи с детьми до 3 лет. По 37 300 семьям вынесли решение на общую сумму поддержки 570 миллионов рублей. В том числе имеющим право на материнский капитал получили 415 миллионов 400 рублей. В целом, конечно, компания прошла это успешно. На единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в возрасте от 3 до 16 лет нами рассмотрено 137 тысяч 200 заявлений, из которых 133,5 заявления удовлетворены. Проблема возникла с рассмотрением заявлений на ежемесячную выплату семьям с детьми от 3 до 7 лет, где средний душевой доход за 2019 год не превышает величину прожиточного минимума за второй квартал того же года. За ней обратились более 30 тысяч жителей региона. Более 7 тысяч получили. 15% семей отказали из-за превышения допустимых доходов. Остальные ждут решения. Сумма ежемесячной выплаты составляет 4770 рублей. Есть такие моменты, когда информация, запрошенная в порядке межведа, поступает не всегда своевременно, не всегда в полном объеме. Здесь есть технические моменты, которые на сегодняшний день мы отрабатываем, чтобы максимально скоро их разрешить. Стандартный срок рассмотрения составляет 10 рабочих дней. В отдельных случаях мы вынуждены в соответствии с законодательством, оно позволяет продлевать рассмотрение еще на 10 рабочих дней. Поэтому здесь, конечно, иногда у граждан возникают вопросы по сроком рассмотрения заявлений. Проблемы надо решать в ускоренном порядке. Если возникают какие-то проблемы, давайте дополнительно взаимодействовать с коллегами, с тем, чтобы максимально сокращать сроки выплат. Прием обращений по выплатам продолжается. Заявление можно подать через портал госуслуг, МФЦ и в органы социальной защиты по месту жительства. Ольга Алексеева, Юрий Марков, Республика.